Софиюшка поспала, да? Ну, правда, мы еще да, не кушали еще. Остались мы вдвоем. Женя только-только к парафину приступила, потом массаж у нее. Кстати, я ведь так и не сказала ее диагноз. Не надо так делать. У нее как-то остаточная дисплазия, что ли. В общем, там не вальгус, не плоскостопие, а дисплазия. Вот. Саша пошла, у нее сегодня этюд, рисование тоже, только-только началось. Вася их увез. А Дарина побежала, у нее по математике готовка вот эта вот к экзаменам у нее. Кстати, она сегодня писала пробный экзамен. Вот видите, я даже вот эти вот слова, я прекрасно их знаю. Ну, что-то с памятью моей все время хуже и хуже. Пробный экзамен писала. Учитель пишет потом нам в WhatsApp. Дорогие родители, детям дается 4 часа, чтобы подумать. Прошел 1:30, все дети ушли. И вот она пишет, что им даже подумать не надо, что они взяли и все ушли. Чего они там написали, непонятно. Правда, я с Дариной не успела с Дарькой поговорить. С Дариной. Мне нравится Дарька называть. Ну, не знаю. Вот. Да, Софийка? Не поговорила, почему они так рано убежали-то? 4 часа дается на пробный экзамен. Они за 1.5 часа все там отстрелялись и убежали. Вот. Сегодня в 5 часов должен прийти. Он Тамара Ивановна, помните, мы ездили в гости к Тамаре Ивановне. Это бабушка нашей соседки Кристины. И вот у нее внук 11 класс нынче заканчивает. И я попросила его, чтобы он пришел, помог Дарине проект закончить. И еще что-то надо. Дарина говорит, о, проектом у меня вроде как все хорошо, но что-то еще надо. Презентацию какую-то, я не знаю. В общем, поможет ей. Да, Софи? Я почему-то думала, что его зовут Коля, что он в 9 классе. Позвонила Тамаре Ивановне. Она говорит, нет, он нынче 11 класс заканчивает. Но он учится в 19-й школе. Современной 19-й школе. Да? Что такое ты тут рассказываешь? Что? Опа! Бух! Да, со Софийкой намного легче нянчиться. Она уже может спокойно играть сама. Да. Уже практически не капризничает. Елку, конечно, если разрешить, она все ломает. Она ломает, ржет, игрушки вырывает. Да? Угу. Маленькая девочка. Да. Ну, одна, конечно, не может. Что говорить? Нужен кто-то, чтобы находился рядом с ней. Вот она отошла, подошла. Куда мы с тобой пойдем? Мы пойдем с тобой кушать? Пойдешь кушать? Нет? Девчонкам в комнату. Они от тебя позакрывали, чтоб ты не заходила. Че? Прижала? Вася хотел кровать собирать. Ну, прилег. Лежал. Ну. Залезть хочешь? Ну давай помогу. Давай, залазь. Ну, давай. Ой, залазь. Ой. Вот так. А что ты там хочешь? Мам. А? Туда. Туда хочешь? А что там у тебя? А? Ты, наверное, фломастером хочешь, да? Томин уголок хочешь? Девчонки карманные деньги положили свои.
Подождите, это, наверное, карманные деньги. Это, может быть, игрушечные. Точно. Ну, как настоящие. Смотрите, ведь можно же ошибиться. Зачем делать такие, прям как настоящие? Ах ты, хулиганка. Ты бабушку обманула, да? Нельзя трогать. Нельзя? Нет. Нет, нет, нельзя. Вот. На. Вот, играй, да. А фломастеры нельзя. Давай я тебе включу, давай. Если он работает, конечно, может, он разряжен. Ох, он работает. Работает? Ага. Это разбирается что-то там. Ну ты моя умница. Смотрите, Сашенька сходила. Доченька, ну тебе самой же нравится, да? Угу. Какая красота. Как все-таки хорошо, что ты маму послушала, да, и стала ходить. Завтра тоже будет праздник, но я туда не пойду. Нажим в другой музыкалке. Угу. Тоже время. Заканчивается только. Угу. Вам не помогают, да? Нет. Видите, как она все полностью сама нарисовала. Вот это рисунок. Такая золотая у меня девочка, умница. Любимка моя. Вот надо теперь где-то это все размещать. Не терять эти рисунки. Красота. Молодец, дочь. А нам Тамара Ивановна передала клубнику и малину замороженную, перетертая с сахаром. Какая вкуснота. Я решила сейчас разморожу, хоть немножко, чтобы отломить вот так вот, и чтобы дети поели. Прям спасибо огромное Тамаре Ивановне за такую вкусноту. Мы опять с Софийкой одни, да? Опять одни. Бабушка сидит и сидит. Играет и играет. Что мы там смотрели с тобой? Фотографии Софийкины, да? Понравились тебе? Да. Ну, бабушке, давай я тебе открою что-нибудь, давай. Где мы фотографии смотрели Софийкины? В Инстаграм? Ну? Софийка красивая была? Ой, какие там фотографии всякие. Куда ты заглядываешь? Ну, сейчас, подожди. Вот. Кто там? Внученька моя, да? Подожди, подожди. А, Вася с девчонками со всеми. Айда. Поехали, пригласили. Еще вчера вы видели к нам. Люди подходили, позвали. Они поехали, потом приедут, расскажут. Не знаю куда. Да. Сейчас покажу. Пойдем покажем. Вася с Женей съездили, платье купили на завтра. Давай вот так встань. Бабушка только покажет платьишко. Подожди, милая, сейчас. Вот, сейчас покажу. Я уж тоже пожалела, что второе ей не купила. У Томы, у Саши есть платьишки. Завтра утренник в чудо-ручках, куда они там ходят. Вот Жене такое платьишко купили. Завтра пойдет в нем. А, как, а? Красиво. Что, елка? Не трогай. Нельзя трогать. Ну, умница, нельзя трогать. Только смотреть можно. Умные тут. Ой, девчонки ходили. Пойдемте покажем, какие вы красивые. Ходили. Что там такое было? Вам понравилось? Что там Дед Мороз был? Там даже киндеры есть. В таком доме, когда ты есть, они очень тяжелые. Ничего себе! Сейчас я вообще... Я
Маленькие даже были? Да. Они туда-сюда бегали. Туда-сюда бегали? Да. Не хотели идти, но ничего, нет, пошли все равно. Пришли, там побыли, потом мы встали, пошли, и нам сказали, подождите, там подождите будут подарки до конца. Сейчас покажем человеку. Подождите. Ну там раздевайся. Смотри, что. Встать. Ну давай. Там же не убери свою одежду, она быстро-быстро переодевалась. Я тоже близко с садиком, с этим домом живу. Да? Близко, да, близко. Прямо, очень прямо, прямо. Мы ехали отсюда, повернули сюда, прямо ехали, и сюда повернули. Все, там столько народу сидит. Ну, давайте уже, открывайте. Я пиздец устала. Устала? Ну, иди, отдай папе. Жене куртка, ой, папе куртка, да? Ой, я просто встала. Вот открылась. Открылась? Подожди, Жень, есть яблоко. Вот сюда высыпи просто, потом все помоем. Там вот, там они то там было. Что там было? Ой-ой, сколько конфет. Мам, смотрите, здесь шоколадка, желейка. Смотрите, что у меня. Ого. Ничего себе. Тоже шоколадка. Мама, мне на YouTube попалась. Ой, София тоже хочет посмотреть. Мандарин. София, тоже хочешь? Мама, Софина. Что мы любим, такой маленький. Софина. Нет. Не надо, ты что? Убери яблоки, грязные может быть, не надо. Это все уносите. Фрукты, давайте я унесу. У нас шоколадка еще есть. Фрукты уноси, ага. Мама, смотри. Ну пусть она просто сейчас, она главное, чтобы рот не пихала. Печенька. Такие вот, мне папа уже покупал. Ох, София, скажи, сколько подарков. А я наделала делов. У меня Софийка уснула в 7 часов. Теперь мать приедет, во сколько она ляжет у них, я не знаю. Она и днем у меня так хорошо поспала. Она у меня тут просто, я ее мыла, она у меня голожопенькая. Ой, спасибо. Как зовут-то хоть? Так неудобно даже сказать. Вот. Ну, спасибо, она раз смотрит нас, она значит нас увидит. Пригласили ребятишек? Спасибо, что пришли. А, о чем? О Христосе. О Христе. Мама, о Рождестве. О Рождестве? А маленькая! Ой, Софийка прям стоит. Фу, какая! Все, убери. Ну, соберите конфеты, доченька, в коробочку. Кассетка. Ну, ой, кидай, кидай. Вот, соберите, ага. Чокупай. Мам, ты че? Или чокупай, только тут белое, белое. Его, наверное, вырезать придется. Да ничего страшного. Ну пошли, тебе что за. Ну и что мама делать с тобой будет? Сейчас еще по дороге поедет, домой уснет. Вообще, ой, помогай, помогай. Умница, молодцы. Помогай. Складывай. Да, складывай конфетку. Баба, я возьму эту конфетку, можно же? Нет, Даринечка, иди, пожалуйста, весь борщ поставь разогреваться. Ой, ой. Угу. Сейчас все будут кушать, все хотят есть. Капусту просто доели уже, остался я только борщ. Ой. Ну. Туда. И курицу всю доели. И курицу всю доели. Мама наша любимая. Ой, мама, какие мама подарки замечательные. Это церковь тогда какая-то, да? Да. Обожаю. Нет, не церковь. Я обожаю эту фигу. Она открыла. Съешь. Нет, не ешь. Сейчас будем кушать сначала. Ты привет, Масис? София! София! Смотри! София! 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 Ну, Женя! София! Ух! Я вот так ложилась, она за мной повторяла. Она балуется. Ой! Ой, все, сейчас займусь делами. Мне нужно платьишки погладить. На завтра? Да. На завтра.
все вместе просыпаемся? Ну, конечно. Ну, Дарина пораньше встанет, потому что ей в школу. Мы чуть-чуть попозже, на полчаса, на часик позже. Она с полвосьмого встанет, а мы где-то полдевятого. Тихо. Смотри, смотри, осторожно. Ой, сейчас тоже белье надо будет разобрать. Баба, ты куда без меня-то пошла? Ты что, в гости идешь со мной? А? Прямо я вторая выезжала. Друг другу ударились. Дорогу не определили. Аккуратно. Да может быть это. Настя, иди сюда, смотри, сколько нам конфет дали. Ну, подарки такое. Видела? Нет, сейчас. Так, сейчас уберу со стола. Все тут ели, там уже кучу все собрали. Все, нас собирается. Смотри. Нифига себе. Ой-ой-ой. Она испугалась, Дарина подошла. Не поднимай ее на руки, Жень. Ну. Так, пакеты поставить варенье. Мы такие играем паузу. Мы говорим, паузу, она стоит вот так. Чуть-чуть репится, да. Вот сюда. Ага, папа, поставь, чтобы он не выпал. Пульт наш отправил. Пауза. Сейчас нас учит те. Нравится ли так девчонками играть? Ну. Сейчас все не нравится. Мы туда ездили. Что, вам кровать привезли? Да. Ай, некогда только собрать. Мам, давай сейчас. Не, время, ты что, спать ложиться? Надо будет феном волосы сушить. Фига, какие лампы крутые. Давай, я ее в их временно поставил, надо по-другому их переставить. Смотри, Настя, вот это включить, это выключить, включить, выключить, это менять. Угу. Это ярко, низко, очень, смотри. Как будто как немножко темнее все равно мебель. Хотя название одно и то же. Но все равно темнее. Покрасим. Покрасим ты, покрасим. Покрасим. Девчонки, все время шкаф у вас открыт. Это тонкий уголок. Ну да. Вот, доросла же до этого момента, когда ей уже неохота с родителями быть. И Совка когда-нибудь съедет от нас. Нет, спит все равно с нами. Ну, то нормально, нормально, то опять среди ночи они прибегает и прибегает. Смотри. А ты сколько будешь с нами жить? Тут уже вот два дня подряд никак. К нам идет и все. Смотрите, у нас это... Ну, думаю, до 15 лет спать не будешь с мамой, нет? Смотри, это выбирает, валяется, Настя. Ну что, договоримся, пока? Я помню, еще 8 лет прибегала к тебе. Всем пока. Какой 8 лет? Недели две назад Женя пришла. Всем пока-пока. Мама, мне страшно. Ага, я, ну, ложись рядышком. Ты меня обняла. Я 8 в тюхтете прибегала. Ну, девчонки, постоянно бегают. Да, постоянно. Между прочим, Совке тоже иногда что снится ночью страшно. Она бывает спит и плачет. Пауза. Лайк. Жалею. Дай няне. Пауза. Не могу. Чего? Пошли сушиться. Ой, ну все. Всем до свидания, всем до завтра. Всем пока-пока.